Предприятие ООО «Рассвет» создано в 90-х годах, на заре перестройки, так сказать, значит, когда был спад развития коллективных хозяйств. Это мы начинали с 500 гектар, сегодня довели площадь до 12 тысяч гектар. Из них 1002 паров, остальные, значит, 10 тысяч мы засеваем различными видами культур. Ну, в предприятии работает в среднем до 100 человек. Мы начинали 3 человека. Я, отец, мать втроем, значит, начинали работать. Мы с отцом обрабатывали землю. Там мельница у нас была, значит, восстанавливали, модернизировали, значит, ну, немножечко так вот развивались. У нас было в обработке только 500 гектар. Ну и постепенно, значит, года в год наращивали, люди передавали все больше и больше земли в аренду, ввиду того, что мы, ну, просто рассчитывались, нормально просто вели себя, вот и все. Значит, и у нас выросло количество земли до 13 тысяч. Значит, самоходные косилки почему у нас практикуются? А урожайность в нашей зоне достаточно ограничена ввиду того, что засушливый район. Значит, мы решили переходить на высокопроизводительную технику для того, чтобы ее загрузить в полную работу и компенсировать нехватку людей. Схема управления построена интуитивно понятно. Значит, люди, часть работали на другой технике, значит, типа комбайнов, а некоторые просто на тракторах, и они достаточно быстро освоили. Тем более она легка в управлении, на джойстиках, на электроприводах, пневмоприводах, так что удобно. Во-первых, эта машина сегодня уже современная, комфортабельная для водителя. Значит, водитель у меня в комфортных условиях. Воздух очищен, кондиционер, прекрасный обзор. В смысле, достаточно высокая скорость работы, ну и, соответственно, производитель. Начали с КСУ-1, и, значит, да, но там 9-метровая жатка у нас, а мы решили попробовать 12-ю. Ну и убедились, что, в общем-то, для нашей зоны эта машина очень хорошая. Ростсельмаш. Агротехника профессионалов.